Здравствуйте! Наш сегодняшний обзор будет интересен тем, кто ищет безопасный отопительный прибор для дома. Особенно тем, у кого есть маленькие дети. Представляем вам электрический конвектор рода стандарт 1.0R. Его особенность в том, что лицевая панель корпуса не нагревается свыше 60 градусов Цельсия, поэтому при касании ни вы, ни ваш ребенок не получите ожог. Прибор может использоваться в качестве основного источника тепла в частном доме или на даче, либо задействоваться во время отключения отопления. Например, если котел на профилактике. Данная модель предназначена для настенной установки. Подвешивается на два кронштейна. Ее вес всего 4,3 кг. Подготовьте отверстие в стене и закрепите кронштейны. Подвесьте прибор. Для этого на задней стенке есть отверстия. Но прежде сделайте правильную разметку, исходя из габаритов корпуса и рекомендаций производителя. Размеры прибора составляют 460, 680, 115. Расстояние от корпуса до пола должно быть не менее 10 см. До подоконника тоже. Если рядом будет установлена мебель, то до нее должно быть не менее 15 см по стене, от лицевой панели до полуметра. Правильный монтаж обеспечит эффективное распространение теплого воздуха. Также убережет сам прибор от перегрева. Кстати, эту модель можно установить и на ножки, но они не идут в комплекте. Производитель предлагает их как дополнительную опцию. Называется опора КОП-03. Запомните, если захотите использовать такой вид установки. Подключаем конвектор к сети, включаем питание и начинаем настройку. Здесь механический термостат. Поворачиваем регулятор в сторону максимума. Ждем, когда температура в помещении станет для нас комфортной. Нагрев осуществляется за счет ленточного нехромового ТЭНа. Мощность прибора 1 кВт. Он быстро нагревается и отдает тепло воздуху. Рассчитан на круглосуточную работу и не требует постоянного надзора. Предусмотрена защита от перегрева и опрокидывания. Срабатывает защитное отключение. Владельцам частных домов и дач пригодится режим антизамерзания. В холодное время года прибор будет поддерживать минимально необходимую температуру в плюс 5, плюс 7 градусов по Цельсию без участия пользователя. А значит, во время вашего отсутствия дом не промерзнет. К тому же в таком режиме экономится электроэнергия по сравнению с поддержанием комфортной температуры в 20-22 градуса Цельсия. Вернемся к процессу настройки. Когда мы ощутили, что нужная температура достигнута, медленно поворачиваем ручку термостата в сторону минимума, до тех пор, пока не раздастся щелчок. Останавливаем регулятор в этом положении и оставляем конвектор работать. Нагрев будет происходить в автоматическом режиме. Прибор будет включаться и выключаться сам. А значит, обогрев будет экономичным с точки зрения расхода электроэнергии. Конвектор рода подойдет для постоянного обогрева комнаты площадью до 10 квадратных метров. Это может быть детская или кухня. Благодаря настенному монтажу и ультратонкому корпусу он не займет много места даже в тесном помещении. Обеспечит эффективный и безопасный обогрев практически без вашего участия. Ну а что еще нужно для комфорта? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также вы можете найти нас в социальных сетях, где мы публикуем много интересной и полезной информации. Все ссылки под видео в описании.